Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учиться играть песню, которую я узнала из ТикТока, а потом я узнала, что это такой майнкрафтер есть. В общем, сегодня, как вы уже догадались, будем учить играть песню Фикса «Кожаные штаны». Научу тебя играть оригинальными аккордами, которые там должны быть, оригинальным переборчиком, который там должен быть. В общем, полнейший оригинал оригинальный. Но перед началом этого ролика я напоминаю, что у меня есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Осталось совсем вот чуточку, вот прям кроху. Поэтому, если ты до сих пор не подписан на мой канал, во-первых, почему? Ну а второе, ты можешь просто подписаться на мой канал, тем самым помочь мне достичь быстрее эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Только в кожаных штанах, да железных сапогах. Только в кожаных штанах, с классной уточкой в руках. Только в кожаных штанах, славой умываюсь бог. Только в кожаных штанах, штанах, штанах. Погнали учиться играть. И, как всегда, песня будет строиться на 4 аккордах, с которых мы как раз и начнем. Первый аккорд фа диез эм. Мы зажимаем 3-ю струну на 1-м ладу, а 4-ю и 2-ю струну на 2-м. Получается вот такая штука. Далее мы убираем с этой конструкции 2-ю струну со 2-го лада и получаем аккорд а. Далее у нас с вами идет аккорд Е, наш нелюбимый, но мы сделаем тут такой лайфхак. Мы поставим 4-ю струну на 1-м ладу, потом 1-ю струну на 2-м ладу. И по идее надо бы поставить 3-ю струну на 4-м, да, чтобы звучало прям полноценное Е. Но мы делать этого не будем, мы просто поставим 4-ю струну на 1-м ладу, а 1-ю струну на 2-м. И у нас получится как бы не до Е7 и не до Е. Я сейчас объясню, для чего нам это надо будет делать. И последний аккорд, аккорд Д. Мы зажимаем 4-ю, 3-ю, 2-ю струну на 2-м ладу. Все это вместе. Фа диез эм, А, не до Е7. В таком варианте он будет звучать, если вы будете играть удар вниз, но мы не будем играть удар вниз. Сейчас покажу, как все будет круто звучать. И последний аккорд, аккорд Д. То есть вот эти 4 базовых аккорда на протяжении всей этой песни в этой же последовательности и повторяются. Разбор на укулеле. Теперь, что касаемо в правой руке. В правой руке у нас с вами будет рисунок на аккорды фа диез эм, а и д. 4 и 3-я, 2-я струна вместе. А на аккорд не до е, помним, да, вот эту вот позицию, мы будем играть 4-ю струну и 2-ю и 1-ю вместе. Получается? Так вот, вот эти вот рисунки мы будем играть по 2 раза на 1 аккорд. И получается... Переходим на Е. Еще раз. Теперь как это будет все с пением? Только в кожаных штанах, да железных сапогах. Только в кожаных штанах, с классной уточкой в руках. Только в кожаных штанах, славой умываюсь бог. Только в кожаных штанах, штанах. Про подштанники ни слова, каждый день ищу корову. Смысл жизни очень ясен, добывать кожу прекрасно. В них тепло и так уютно, делать то, что я хочу. Так а ну-ка погоди, китрик пошел не втукают. Запоминаю рецепт штанов, 7 кожи, 2 алмаза. А запоминаю все это нужно делать, но не сразу. 1 000 000 подписчиков, спасибо вам огромное. Я так хочу летать, но в штанах это прикольнее. Только в кожаных штанах, да железных сапогах. Только в кожаных штанах, с классной уточкой в руках. Только в кожаных штанах, славой умываюсь бог. Только в кожаных штанах, штанах, штанах. Вот на протяжении всей этой песни мы будем так играть. В принципе, вся песня готова. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь показать мне все свои укулельные старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм. И вот самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а если ты хочешь поддержать выход роликов в финансовом плане, то ты можешь задонатить любую сумму на донатаверс или подписаться на меня на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это! Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. На меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!